Кавартини, глиссаж, меренга. Нет, это не словарь иностранных слов. Это конкурс на звание лучшего кондитера республики 2019. Уже шестой год подряд торгово-промышленная палата Абхазии проводит это сладкое соревнование. Со временем конкурс назвали праздником сладости, ведь все это действительно похоже на гуляние. Президент ТПП Тамила Мирцхулава считает конкурс кондитеров полезным мероприятием. Оно представляет возможность для развития и совершенствования. Это прекрасная площадка для всех конкурсантов и прекрасный опыт общения не только со своими коллегами, но и с членами жюри. Это возможность сделать себе рекламу. Практика предыдущих лет показала, что многие победители в разных номинациях стали известны благодаря участию в нашем конкурсе. Это возможность еще раз заявить о себе и в первую очередь цель, которую мы преследуем, это популяризировать профессию кондитера в нашей стране. В этом году состав и количество участников практически не изменилось, их 23, и многие из них уже были победителями нашего праздника сладости предыдущих лет. В ресторан «Арцаху» пригласили заядлых сладкоежек, среди которых и члены конкурсного жюри, чтобы определить лучшего мастера кондитерского искусства. Мы не оговорились, иначе как искусством этот полет фантазии называть не хочется. 23 кондитерских дома, половина из которых домашние кондитеры-любители, из самых разных городов Абхазии представили свои изыски. Шторки конкурсной зоны закрываются, и жюри в составе 5 человек под председательством Натали Смыр начинают дегустацию и оценку представленных тортов, пирожных, восточных сладостей, а также сдобные выпечки. В этом году в состав студии приглашена успешный сочинский кондитер Евгения Галкина. Особое внимание уделяют двум компонентам. Это качество продукции и оформление. Мне кусочное тесто и крем. Сливочное. Сливочно-заварной. Все. Наталья, на что внимание обращаете? Ну, конечно, в первую очередь у нас как бы по двум параметрам, по двум критериям. Внешний вид и вкусовые качества. Но сперва, конечно, как обычно, да? Как встречают человека по одежке, да? Вот мы всегда по внешнему виду, конечно, они очень такие асимметричные, красивые. Да, но пока не пробовали, потому что много придется попробовать, но обязательно попробуем. Гостям было представлено не только право дегустировать сладости, но и выбирать лучшего в номинации «При зрительских симпатий». В этом году среди профессиональных кондитеров немало тех, кто просто увлекается такой кулинарией. Например, вот пряники Мадины Кочалыпа. Все они выполнены в разной технике – рисунок, лепка, витраж. Все съедобно. Кондитер-любитель признается – это просто хобби после и в перерывах основной работы. Сперва делала своим, так, в подарок, а потом стали заказывать. Ну, думала, потеряю интерес, но все равно, когда оценивают со стороны, не свои родственники, которые так похвалят, ну, как бы тоже приятно. Ну, я не считаю, что это мой какой-то основной там бизнес или что-то, просто хобби, которое приносит дополнительный доход. Из необычного здесь еще стол с пончиками и блинами. Кофейня «Дипунпон» работает в Сухуми чуть меньше года, но за это время обзавелась друзьями и поклонниками. Диана Гергидава рассказывает об обилии десертов, которые можно сотворить из, казалось бы, обычных пончиков и таких же обычных блинов. У нас сегодня представлен блинный торт, пончики, кваркини, представлены в виде пирожных, донатсы. Вот, ну и пирожные на основе блинчиков. У нас в основном блины, пончики, то есть вот из этого мы попытались представить различные блюда. Вот, также блин «Цезарь», это из солененького, кто захочет после сладкого, ответит, что это соленое. Блины, потому что у нас немецкие пончики кваркини, вот, таких в Сухуми нет. Вот. И блины тоже у нас, вот у нас подача именно вот такая. Тортики это была как бы вот, ну то есть мы на заказ можем выполнять, но в основном у нас подача вот такая с ягодами, с мороженым, то есть различные и на вынос. Пока жюри подводили итоги конкурса, Евгения Галкина выступила с мастер-классом. И сегодня
я вам хочу показать, как сделать просто, быстро, очень вкусные и мега полезные конфеты. Всего номинаций, помимо гран-при и приза зрительских симпатий, в конкурсе было 4. Лучшим пирожным были признаны пирожные кондитера Алена Цвинария. Ей же отдали предпочтение гости мероприятия, вручив приз зрительских симпатий. Отдельным пунктом были оценены восточные сладости. Здесь бесспорное лидерство за частным предпринимателем Исканом Хапшух. Производителем лучших сдобных изделий признано кафе у Савмина, кондитер Саида Лейба. Лучший торт. Это почетное звание было предоставлено тортом кондитера Оксаны Пабба. После объявления выигравших в номинациях наступает кульминационный момент. Председатель жюри Натали Смыр называет имя лучшего кондитера года. Им признана Ирена Герия, ресторан «Пушкин». Уже третий раз приглашают на это такое мероприятие. Я ни разу не считала себя достойной сюда идти. У меня не было никакой уверенности в себе. И в этом году я просто пошла, потому что уже мне стыдно было говорить «нет». Я не считала вообще себя достойной такой награды. Просто нет слов. Как тебя это смотивировало? Ну, я думаю, да, конечно, наверное. Вы как давно вы занимались этим? Я просто любитель, я просто люблю печь, так как у моего супруга заведения свои, я просто помогала ему там, и все. И просто в этом направлении пыталась расти. Никакого образования кондитерского у меня нет профессионального, я просто люблю печь. Всем победителям вручили подарки, нужные и под стать техника и приборы, необходимые на кухне, с намеком на стимул к созданию новых кулинарных рецептов. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.